Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру Seven Days to Die на сложности Insane с бегущими феральными зомби на карте Невесген. У нас версия все еще Альфа 15.2 экспериментальной ветки. И я вот отошел от своего убежища сейчас и пытаюсь вот посмотреть, что же здесь у нас за городок такой. Ну, заодно ресурсы заготавливаю себе впрок, чтобы уж прям там можно было не думать там ни о деревьях, ни о чем. Хотя я деревьев кучу себе насадил в убежище, но при этом мне кажется, что собрать их здесь тоже будет неплохо. Недавно закончилась одна из самых скучных кровавых ночей, потому что я не стал ни с кем конфликтовать. Кто-то пришел там, поорал у меня под окнами. И на этом все закончилось, вот. Все, иду сейчас лутать дома, потому что здесь уже слишком долго торчу. Так, вот это все соберу. Так, ну ладно, посмотрим. Так, очередной здесь у нас мусор. Вроде никого нет. Всегда, конечно, нужно становиться так, чтобы был какой-то запас действия. Если вдруг кто-то побежит, то мы как бы наверху стоим хотя бы. О, кто-то в доме, по-моему. А, кстати, вот это надо собрать. Так, кто-то уже бежит явно. Пойдем подальше, пускай вылезет. Иногда даже умудряюсь я промахнуться, но они все-таки такие дерганые достаточно друзья, и ничего с этим не поделаешь. Пирсинг у них. Вот детали для аугера. Детали для аугера мне нужны, конечно. Да ладно тебе. Все, что ли? Вот они вертлявые, говорю. Но лута особого не приносят. Могли бы, кстати, что-нибудь получше мне давать из них, но, к сожалению, только хотелки остаются одни. Так, вот это я сейчас собираю. Неплохое тут... Неплохая зачистка произошла. Здорово, что вот эти горящие зомби, их хотя бы сразу... обнаруживаешь, то есть они... Им самим трудно скрыться от меня. В этом плане можно только сказать, что это здорово очень. Не дают особо пройти дальше. Так, здесь я все собрал. Вот интересный дом какой-то. Так, что-то гнездо. Ладно, не буду уж я его разбирать. Так, что в этом доме? Ух ты. Так, схема на кувалду. Это можно разобрать. Все-таки эти механические части иногда нужны. Диванчики тоже пригодятся. Плита металл даст. Но не очень тут. Чего-то я могу найти интересного. Так, а может здесь в какой подвал? Не, подвала вроде нету. Хотя можно было бы сделать. Кстати, заваленный такой подвал. Так.
Ну, понятно, тут чердак. О. Должен был быть, по идее. Но его тоже нет. Раковину тут разобрать остается. Интересный такой, конечно, город этот разбомбленный. Разбомбить город. Кстати, стало неплохо, да, дают металл. Надо будет это учесть. Железные столы неплохо дают металл. Ну, просто некоторые вещи, они такие кажутся такими мелочными, что на них уже внимания не обращаешь. Хотя, если, конечно, тут думать о каждом этом... Ох, как он-то забрался. Если о каждой мелочи думать такой, то... Голова, наверное, треснет. О, прибежал. Вот зараза. Смотрите, вот тот, который меня ударяет обычно, он даже с одного раза не убивается. О, даже не с одного раза, их вообще там кучу надо раз ударить. Кстати, у меня, наверное, там одежда вся уже вдрызг. Да, вон моя и это... называют. Понч мое, кстати. Она, похоже, понч принимает весь удар на себя. Пончик. Так. Все-таки, я думаю, таблетку надо есть, потому что... Хоть воды-то... А, воды у меня вообще нет. А, нет, есть у меня немножко напитка. Да. Таблетку надо, да. А то я без жизни совсем останусь. На одних этих аптечках не протянешь долго, потому что они слишком ценные, чтобы так вот их... Металла там совсем мало, там приходится использовать так. Все эти возможности. Так, неплохой ключ. Пригодится для ремонта. Пустые банки, кстати, все время почему-то попадаются. Наверное, здесь так заложено, что здесь никогда полных нет. Это, кстати, неплохая идея, потому что вроде как бы откуда здесь банки с каким-то нормальным содержимым. Типа все высохло давно. Так, какой-то топ лут пошел. Тряпье тоже бывает нужно. Поэтому мы его заберем. Так, что это? Деск железный. Айрон деск. Ничего не вижу. Приперся какой-то опять очередной. Здесь стоит рядом со мной где-то. Ничего не видно. Хорошо, что у меня ПНВ есть. ПНВ, конечно... специфическая вещь, но помогает иногда. Так, какой-то челлендж достался. А вот и водичка, кстати, попалась. Давайте сразу выпьем.
ты. Не, надо все-таки зачистить эту, этих друзей, а то они мне не дадут покоя. Кстати, ну-ка, если я в него постреляю. Один, что ли? Угу. У них такое ощущение, что они здесь спаунятся. Потому что здесь вот, например, город, который Сити, он позволяет зомби спауниться. Это единственное, по-моему, место, где они постоянно. Поддерживается постоянная, как сказать, популяция. Так, вот это, наверное, я заскреплю. Трубы. Ну, трубы ценная вещь на начальном этапе, но сейчас у меня их полно, поэтому зачем они мне нужны? Overalls. Так, ковбой бутс, хотя это можно продать, я думаю. Так, ладно, я вот что сделаю, я сначала тогда... Сначала я сложу все вещи, а потом уже... Буду думать, что там скрапить, что не скрапить. А то идут. А, вроде фреш выпадает. Ну ладно, хоть кости забираем. Гниющая плоть выпала. Опс. Мне кажется, лучше даже свои вещи, наверное, сложить вот на эту сторону. Смотрите. Потому что здесь хотя бы они тогда будут. Не будут перемещаться. А то я все время что-то делаю, у меня перемещаются все мои вещи, которые мне надо. Вот. А так они тут будут стыковаться. Ну, пока все нормально. Пока все нормально идет. Так, свинья. Ну как вот он? Ну куда улетел-то? Сожженный город. Да. Хоть, конечно, я их не боюсь особо, но, я думаю, провоцировать не стоит этих друзей, поэтому мы лучше отнесем мясо. Немножко камней побольше, пусть бетона будет у нас. Вот, прям так зачистил эту территорию, она прям такая свободненькая, чистенькая стала, приятно прям здесь действовать сразу становится. А, хотела бы тут забрать, это из этого... А, все забрал. Так, а вот этот я домик и не посмотрел даже. Антибиотики все мне впаривают. Знаете, это вот с антибиотиками, как вот в реальной жизни. Все пытаются заставить вас принимать антибиотики, а потом в один прекрасный момент заявляют: а вы знаете, люди так много антибиотиков едят, что они перестали действовать. О, опять на дереве сидит вертолет. Дайте я его сниму с дерева классическим способом. Хотел здесь добить пару этой меди.
Угу. Здесь я не досмотрел. А, вот это. А, кстати, у нас еще этот есть. Чердак здесь, оказывается. Слушайте, ну без фонаря здесь, конечно, тяжело. Ладно, по НВшке. Люк? Че себе? Да, ну ПНВ неплохо, конечно, в запасе всегда иметь. Ага, вот. Дом разрушен, а свет горит. Ну, мне, конечно, убивает мнение авторов по поводу света. Постоянно им пишут, что, мол, типа, да почему у вас все время свет горит? Вы внедряете электричество, отключите свет в этих локациях. Они говорят, да нет, он так... Такое создает окружение интересное, горящий свет в локациях, типа оставленный. Боже мой, тут все разрушено, какой свет? Вы что? Опс. Кстати, удачно я приземлился, потому что я этого не заметил. Кстати, этого я тоже не заметил. Какую-то комнату я пропустил, похоже. Произвести замер того. Кстати, мне вот это вот картины пригодятся. Я люблю картины собирать, ну вы знаете. Так. Да, я боюсь, что когда я пойду это все относить, это будет очень много запасов. Что у нас там с заразой этой? 2 часа? Ну, понятно. Все-таки я думал, я иммунный. А может, она закончилась, кстати, а меня опять ударили. Так, а что у нас с очками? Ну-ка, очки у нас по... приличное количество очков. Так, ремонтник, Run Forest Run. Атлетика, ага, наверное, атлетику 100% требую, да. Сексуальный тираннозавр и хата здоровья. Ну ладно, это я успею сейчас. Палата здоровья. Здоровье палаты, вот так бы, наверное, это звучало. По нашему Health Hut. Не, что-то еще может тут найти, оказывается. Ага, и подвал еще есть. Так, а тут что у нас? Этих ботинок ковбойских просто куча. Наверное, можно их тоже продать, использовать. Слушайте, тут тряпье, я думал, тут это. Ну, просто стена наугад и долбанул. Думаю, вот стена, ничего не видно. Дайте-ка я ее открою, чтобы посветлее было. Так, это все ерунда. Ключик нашел. Лучшего качества. Так, еще у нас вот что есть. Угу. В подвал не заглянул, только забыл. Так, я думаю, это можно съесть, а этим запить. Чё с температурой? Ой, чё-то температура растет сильно. А чё у нас тут?
что так температура-то растет? А, не, падает, кстати. Нормально. Нормально. Так. Очередной сейф. Тут не уверен, место есть, нет. Ну посмотрим, мало ли там всего три вещи будет. Да, конечно, такой киркой совсем просто открывать это. Не, не три вещи. Так, ну вот это я, наверное, выкину. Я заскреплю, это я тоже... Упс. Это уже заскреплю, когда мы это все возьмем. Что еще есть? Вообще механические части, конечно, мне нужны были бы, но мне так лениво их вытаскивать оттуда, выковыривать, что я просто тупо беру и разношу все. Тем более вот... А, у меня, кстати, выпали они, механические части-то. Металл дали. Кстати, неплохой такой городок-то вообще-то. Правда, я его уже лутаю приличное время. Угу. Приполнение. Мне бы, по идее, дополнить вот это пространство, да, чтобы никто... А, кстати, может было костылем. Да, то просто туда сваливается, это неудобно. Так, этот дом мы сделали. Это все сделал. Вот тот дом остался. Чуть давно в этих трупах ничего мне не попадалось интересного. Так, куда-нибудь выведу, где почище тут. Да. Кстати, а если вот так? Тоже прикольно. Только надо навык иметь определенный. Да ладно, я все время около уха у него пролетает. Странно. Может, у него там контроль касаний какой-то испорченный. Ах ты. Не, проблема в том, что они сейчас уже вот эти, они очень сильные зомби получаются, но на таком уровне они уже, конечно, их сила не чувствуется совсем. Хотя они, конечно, мне постоянно ударяют, но я это как-то не воспринимаю так уж прям. Печально, трагично. Ничего
видно. Из этих зарослей. Так. И бумажки, это, конечно, хорошо. Так, здесь вроде все. С этой стороны. Пойду посмотрю, что в машинах есть. Не, классно, свет горит. Зомби-апокалипсис, однако. Да, не ахти. Контейнер с едой. И это интересно. Да, что тут у нас? Ух ты! Прикол. Дырка в земле. Глюк. Кстати, странно. Такого что-то я раньше особо не видел. О, еще машина. Да, это все надо разобрать, конечно. Так, неплохой улов. Даже там эти есть рецептики. Ползет какой-то один сюда, но... Думаю, пускай ползет спокойно себе. Пока доползет, мы тут все сделаем, все, что нужно. Так, это понятно, это понятно, это понятно. Так, ну что же, неплохо. Наскоро уже новый уровень. А я тем временем иду дальше. Наверное, это мне не даст. Да, шишек, по-моему, не дала, нет? Нет. Слабый лут, конечно. Что-то совсем прям. Не скажешь, что у меня этот... какой-то прям великий скавенджинг. Хотя скавенджинг у меня... Я бы не сказал, что великий. Давайте-ка посмотрим, что у нас. А, 73. Ну, да, странно. Кстати, а Quality Joe у нас чего? Максимум? Quality Joe максимум, Fast Eddie... Бартер. Да, бартер 25%. Вбухать можно было, конечно. Так, а дальше, кстати, пустыню я вижу, между прочим. Недалеко. До пустыни. Да, что-то совсем скучно. Никакого лута ценного. Почему так? Может быть... Не, может быть. Я подумал, что может быть я, потому что здесь раньше был, и он типа скрафтился, а потом я его не могу взять. Хороший. Ну, в смысле, скрафтился плохой заранее. Но я потом вспомнил, что тут не так сделано. В любом случае, я не верю, что здесь так. Где-то шипят, а где... Я не вижу никого.
Не, ну правда, не везет. По-моему, инфекции получаю, когда в туалете вожусь с каками. Так, стамина кэп декрист. А, ну понятно, это, наверное, это этой от болезни. Зараза. Тесно, кстати, ведь можно кучу древесины продавать, наверное, этому. Это называют торговцу. И это тоже такой бизнес. А можно, кстати, попробовать ему продавать что-нибудь изготовленное из древесины. Например, наделал какой-нибудь там товара, да? Ну, типа, там, не знаю, не фреймов, конечно, фреймы это, наверное, дешевые, а вот что-нибудь более такое крутое. Бежит, что ли, кто? Бежит теперь. Как ты? Эй! Ты чтоб тебя? Ты поджег, зараза. Ладно, весь не сгори только. Так, ну ударяет и поджигает, вот в чем дело. Будет изучить этот вопрос по поводу того, что продавать из дерева сделанные какие-нибудь безделушки. Мне кажется, это один из неплохих вариантов заработка здесь. Если это сработает, конечно. Но мы сейчас это проверим. Так, еще одно это здание осталось. Стремно, конечно, у них все время угли горячие, типа. Неудачное решение. Хотя выглядит, конечно, симпатично. Где-то опять там ноет нытик очередной. Да, топор уже изнашивается прилично. Вернее, уже износился, его надо срочно апгрейдить. Ну да, можно, конечно, попробовать уже и пойти куда-нибудь, типа, поторговать. Сейчас мы решим, что мне забрать отсюда в первую очередь нужно будет. Так. Так, посмотрим. Кое-что заскрепить сразу. Текс. Ну, мясо можешь забрать, наверное. Кстати, что это? За челлендж. Бейте некоторое количество зомби особых. Так, отлично. Кстати, вот это, да, это я заберу на продажу.
Где тут еще что-то, по-моему, было подобное. Да, вот это тоже, наверное, на продажу заберем. Так, ковбойские ботинки я там сделаю на этом. Вот это я, наверное, себе сделаю. Это можно тоже, кстати, из этого что-то сделать. Мясо заберем, яйцо. Так, 28 этих. Металл. Ой, в смысле дерево, металл. Так, это дерево я оставлю. Вот этот металл заберем. Порох. Пайпы. Ткань. Ну, и все пока. Остальное... Да, конечно, ключи тоже можно починить. Но надо с чего-то начать. Сейчас попробуем посмотреть, что ему толкнуть в первую очередь. Этому торговцу несчастному. А потом уже будет видно. Так, свинка. Не, рядом с торговцем, конечно, хорошо жить. Смотрите, смотрим. Put away your weapon unless you'd like to die in my store. 276 за 500. Да, это можно попробовать посчитать, допустим. Сейчас я вот это продам. Ага, no refunds, deal's done. Now beat it, fucker. Вот эти штанишки. Кстати, вроде как топовые штаны. Надо их напялить. Они, кстати, дают плюс температуры, по-моему, да? Плюс 2 градуса. Немножко пошла вверх расти температурка. Так, а я хотел вот что, еще эти деньги надо продать и шлем я не буду продать, ботинки продать надо, сапоги эти. Put away your weapon unless you'd like to die in my store. А, не хочет это покупать. Плохо. Так, шлем-то я не буду. Ладно, потом, может быть, он потом захочет, конечно, ее это все скупить. Хотя, сколько он за трубки? 411. О, даже за это хочет. Ну и за это он, наверное, тоже хочет купить что-нибудь, да? А, вот, кстати, это не хочет почему-то покупать. О, вот это он хочет, а вот это руду не хочет. Значит, не торгует ей, да? А за кости что-нибудь дает? Не. Так, ладно, вот это мы продадим вот так. И теперь я хотел бы проверить, смотрите, допустим, насколько я понимаю, он так, нет, ну, допустим, если я сделаю фрейм, да? Фрейм. Вот фрейм. Так. Вот фрейм. Это меня займет 5. Да? Отлично, 5. И 5. Давайте сравним цены. Так, no sell price. А, за это он не дает. Так, а за это не дает. Так, а сколько он... Well, you best do some book learning at Barnes & Noble, 'cause you're dumber than dirt.
10. Я хочу просто посмотреть, как Everything's for sale, even to an idiot like you. А что-нибудь такое можешь сделать из дерева, интересно? Сейчас, подождите, из дерева. Так, это, наверное, вообще фрейм он не покупает. Давайте посмотрим, что... О, кабинет топ. 10. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Подождите... Скрэп. Что бы такое сделать? Cobblestone фрейм. Так, ну это... С травой. Table end. Ну-ка, table он будет покупать. Okay, fucker. You respect the shop rules, and we'll get along just fine. Some days I don't even know why I open the doors. А, кстати, а может быть он дубину будет покупать, если я сделаю, например... Я хочу попробовать у него... Что-нибудь ему скрафтить, чтобы он мог купить. Я хочу понять. О, спайк. Так, спайк стоит... А, берет 100. Не, ну, на спайке экспериментировать неохота было. Вот дубинка, допустим. А, ну он быстро откажется от нее. То есть, если я даже скрафчу дубинку, да? А он даже не хочет это покупать. То есть он продает такую фигню, а покупать это не хочет никак. Спайк лок. А вот спайк... Лок спайк, вернее. Окей, Букер, ты respect the shop rules, and we'll get along just fine. Не, ничего не хочет покупать. Ай, какая засада. А стулья? Everything's for sale, even to an idiot. 30 стульев. Like а, кстати, я не могу такие стулья делать, интересно. 30 стульев. Ну-ка, chair. А, гвозди нужны. А, ну вот в чем дело, потому что там гвозди. Так, ну что ж, наверное, тогда здесь я ничего ему уже не смогу продать. Пойду, пожалуй. Так, ну что ж, спасибо вам большое за внимание, дорогие зрители. Лутаем, продаем, собственно. И до новых встреч. Это была игра... Так... Это была игра Seven Days to Die на сложности Insane и версия Что ж, спасибо вам большое за внимание. Это была игра Seven Days to Die на сложности Insane с бегущими феральными зомби. А я с вами прощаюсь. Это был Григорий. До новых встреч. Пока.